Что у нас тут? О, даже рыбка ходит. Прикольно. Сейчас покажу. Так, всем привет. Приехал я сегодня на Истринское водохранилище. Решил снова испытать свои силы в ловле щуки. Будем ловить щуку. Посмотрим, что из этого получится. Сейчас соберу жерлечки. Погоним. В качестве живца сегодня у меня карасик. Карасик мне очень нравится. Он очень живучий. Приехал сегодня пораньше, чтобы проставиться на нормальном месте. Буду ставить от русла в метрах 5 на поливе. Глубина здесь около 5 метров. Поставлю десяток жерлиц. И все вам покажу. Прикормлю лунки. Буду ловить местную плотву. Если что, буду менять. На местную рыбу все равно лучше берет. Окунь, если попадется, окуня тоже поставим. Насверлил я лунок 10 штук. Вот, сейчас я почищу и буду расставляться. Итак, небольшой мастер-класс. Расскажу о нашей снасти. Обычная жерлица. Вот. На шпулю наматываем 10 метров лески. Ну, кто 20, кто 10, нам 10 хватает. У нас тут глубина всего 5 метров, и нам как бы этого хватает. Это у нас грузик на 6 грамм где-то. 6 грамм. Петелька, вертлюжок, карабинчик. Вот такой вот небольшой. И самое главное, это поводок. Поводок мы делаем из флюрокарбона. Толщина его 0,4. Вот. И вот такой вот крючочек. Маленький. Тройник. Вот он. Совсем маленький. Показываю, демонстрирую, как одеваю живца. Снимаю поводок. Вот, мы его натягиваем. И он очень легко выравнивается. Берем живца, вот наш живец, продеваем через рот, вытаскиваем в жабры. И вот что получается. Ну, это на всякий случай, может, кому пригодится. Не обязательно говорю то, что вот так вот надо использовать, все такое. Может, кому понадобится и будет использовать вот такую снасть. Вот тройничок будет у него во рту. И будет очень аккуратненькая снасть. Если даже щука проглотит, она это заметит только, когда карасик окажется уже в желудке. И она уже потом начинает дергаться. Бывает такое, то, что щука стоит по полчаса и ничего не замечает. Вот. И вот эту петельку мы одеваем в карабинчик наш. В карабин одели, вот так вот аккуратненько получается. Это в том случае, если рыба очень аккуратненькая. Вот такую снасть лучше использовать. Опускаем живца нашего в лунку. И все, он уже в пути. Сегодня у нас мороз. Градуса 3, наверное. Всю неделю плюсовая температура стояла в будни. На выходные морозится.
Так. Живец наш спустился с грузиком. И подматываем. Раз, два, три, четыре. Но это все зависит от диаметра шпули и от длины поводка. Наш поводок около 30 сантиметров. Вот. И 3-4 оборота делаем, и получается живец наш от дна на 20-30 сантиметров выше от дна. Вот. Так. И так как у нас сегодня мороз, лунка будет примерзать, чтобы она не замерзала, нужно присыпать снежком. И будет все огонь. Установил последнюю жерлицу. Снежок пошел. Классно. Как раз для щуки погодка. Вот. Надеюсь, сегодня что-нибудь поймаю. И вам все покажу. Прикормил пару лунок. Поставил поплавочек. Кивочек. Рыбаков немного. Погода изменилась. Такие дела. Снег пошел, ветер поднялся. Как говорится, ничего не предвещало беды. По жерлицам глухо. Сейчас попробую живца наловить местного. И попробую поменять карасика на плотву или окуня, что попадется. Будем искать живца местного. Вот живец, красавчик. Ловлю вот на такую морковку. Такая манюсенькая. Золотая. Красавчик. Красавец. На жареху пойдет. Камеру только выключил. Сразу поклевки пошли. На камеру нету ничего. Поймал еще одного окушка маленького. Плотвичку. И пойду переставлю карасика на окуни и на плотвичку. Снег так и не перестает вообще. Ладно, пойду пока переставлю. Вот солнышко вышло. Сейчас, надеюсь, щучка проклюнется. Поменял живца на местного. Флаг загорелся. Мотает. Еще только начала отматывать. Сейчас посмотрим. Пока
оставил здесь живца на местного. Плотвичка здесь или окунь. Точно не помню. Вот первые четыре жерлицы. Это у нас местная плотва или окунь. Я уже пошел в машину. Обед разложил. Думаю, сейчас покушаю. Он, мужик, свистнул меня. Говорит, флажок, говорит, горит. Главное, чтобы проглотило нашего живца. Подождем еще чуть-чуть. Торопиться не будем. Единственная сработка за целый день. Что, бросила, что ли? Пошла, пошла. Давай, давай, давай. О, как резво пошла. Наверное, проглотила нашего живца вкусненького. Все забирает. Мотает. Классно. Ладно, хватит нас ждать. Будем подсекать уже. Нормальная. Багориком надо ее. Багориком. Уходит, смотри-ка. Бойкая, бойкая. Ах, какая. Красотка. О, вот она, моя долгожданная щука. Огонь вообще. Красотка, смотрите какая, а? В пиявках вся. Стоит, походу. Вон пиявки. На животе. По всему телу пиявки есть. А? Красота какая. Непередаваемое ощущение вываживать такую рыбку. Вообще огонь, чётенько. Ну, зубастая. Посмотрим, как ты попалась. Попалась хорошо. Крючок чуть-чуть только торчит. Ну, леска аж туда идет. Ну все, красотку будем освобождать. Рыбина. Так, взвесим нашу рыбу. Весы в машине. По нолям. Кило 825. Почти два. Классно.
Ух ты, как погода меняется. Как тучи уходят вообще. Ладно, рыбка подождет. Давайте заснимем, что у нас там есть. Вот какая красота. Ёлки. Лавочка попалась. Манюсенькая, как раз нравится. Из хищника. Оп, окушок попался. Вот вам и хищник. Вот такой малыш. Сейчас мы его на жерлицу. Камеру сразу не включил. Он потаскал сколько. Опа. Камеру включил, ящик принес, клево не будет. Что, друзья, рыбалочка моя закончилась. Было сегодня 3 загара. Поймал 2 щуки, одна из них достойная, почти 2 килограмма. Порадовала меня. И что еще сказать? Подышал свежим воздухом, классно провел свой выходной. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.